Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Loud 5 и Крашен. Меня позвали приветствовать светом на 360 градусов в крупнейшем музыкальном фестивале в парке Коломенского. Пикник Афиша 2017. Так, ну что ж, за моей спиной находится главная сцена при поддержке МТС, на которой с 15.20 выступает ГШ, потом Everything, и с 18.15 до 19.15 Грибы, на которые я собираюсь попасть и записать пару песен, если получится. Вот, далее Falls и Кэссэбиан. Пойдем посмотрим, что есть еще на этих площадках. В общем, я договорился с владельцами этого замечательного автомобиля, который весь блестит и выстроен с такой зеркальной мозаики, что после работы, как только стемнеет, я здесь сделаю световой рисунок и, соответственно, отправлю им на почту, и у нас тоже получится очень классная абстракция. Вот эта лампа, которая находится за мной, они их специально выключат, и уже мы сделаем классные яркие рисунки. С радостью купил бы этот столик, но походу это все мои деньги. Шучу. За мной так называемая лаборатория красоты по названию Матрикс, где масса людей перекладывает невероятные усилия, чтобы выглядеть естественно. Давай лапку. Мы сегодня ели что-нибудь в этом шикарном фудкорте? Покупала гречневую лапшу с овощами в Окере. Она кошерная же была, да? Она кошерная. Ну вот и все, дамы и господа, пикник Афиши закончен, я получил все, что хотел, мы с Марией рисовали на 360 градусов Bullet Time Light Painting порядка 10 часов. Я обошел множество локаций, мне некоторые даже вещи весьма понравились, я в них поучаствовал, вы все это могли видеть. Соответственно, я послушал группы Грибы, записал даже несколько их, скажем так, выступлений и некоторых групп, которые я практически не знаю, и пришло время к самому интересному. Соответственно, мы по договоренности с владельцами этого замечательного арт-объекта, инкрустированного светоотражающими элементами, сейчас сделаем несколько интересных световых рисунков. Это будет, скорее всего, абстракции, потому что абстракция всегда смотрится выигрышно. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Пока!